Радио «Мелодия» совместно с автомобильным изданием «CarsClub.ru» представляют Алексей Шамарин и его гости. Каждый понедельник после 6 вечера. Поехали! Поехали! Привет, друзья, с вами Алексей Шамарин. Кто нас сейчас смотрит по сети интернет, увидит, что здесь сидят четверо в колпачках. Такие Санта-Клаус сегодня. Мы сегодня надели свитеры рождественские. У меня, например, олени, у Михаила Либовича. Хо-хо, Санта. Михаил у нас вообще яркий. Ну и Снегурочка за пультом. Аня Чернавская сидит. Привет, Ань. У тебя микрофон цветом, как нос у клоуна. Почему такой, или у Деда Мороза? У него он красный или синий? Смотря на сколько выпил. Да, от этого зависит напрямую. Итак, программа «Поехали», финальный выход. Я сообщаю, что больше программ «Поехали» не будет вообще выходить в этом году на радио «Мелодия». Мы вернемся к вам в следующем году после праздников, а сегодня мы будем разговаривать о многих вещах. Сегодня я решил свою программу сделать таким образом, что каждый из того, кого я пригласил сегодня в эфир, сейчас я расскажу, почему у нас всего лишь двое гостей, пусть поделится своими какими-то мнениями. Вот глаз народа, глаз Божий, есть такая известная поговорка. Я решил сделать глаз водителя, глаз Божий. Почему бы и нет? Да, вот Михаил Лебович, Миш, представь, ты у нас уже был здесь. Я здесь постоянный, да, гость. Ты практически соведущий. Мой Михаил Усов, Миш, представься, чем ты занимаешься в жизни в своей. Здравствуйте, дамы и господа. Ну, чем? Автомобилями. Автомобиль. Вот поэтому сегодня двое моих друзей, два Михаила, я между ними не сяду, но желание я уже загадал. И Снегурочка, которую зовут Анна Чернавская. Ань, что у нас там с пробками? Пробки 6 баллов. 6 баллов. Друзья мои, все, кто сейчас слышит нас, стоят в пробках, я желаю удачного вызволения из трафик-джема вот этого, как его называют везде, кроме как и России, пробка. Ну что такое пробка? Пробка у меня сразу ассоциации какие? Ну, Миш, какие у тебя ассоциации с пробкой? Вошел и пробка в потолок. И выпил, да. Шампанское, вина кометы, Новый год. Дернул ток. Это у этого было Евгения Онегина нашего. Да, да, конечно. Итак, да, друзья мои, начнем мы наш выпуск с новостей. Анечка, отбивку новостную заряжай и поехали. Авторевью. Автомобильные новости. Поехали. Итак, открываем издание carsclub.ru и смотрим. Сегодня, 23 декабря 1897 года, в Лондоне вышли на маршрут первые электрокэбы. Представляете, друзья, то есть Илон Маск еще не то, что не родился, его вообще не знали там. Как тебе Илон Маск? Вы знаете, сам прикол в том, что электрокэбы, прозвали их Берси Хаммингберт, калибри, то есть машина питалась от 40 батарей по 80 вольт каждая. 40 на 80 умножь, Ань, сколько это будет? Это не ко мне. Ну, в общем, это будет много. Я филолог. Да. Разгонялась эта машинка до 14,5 километров в час и хватало запаса хода на 50 километров. Представляете, электрокэба в прошлом, позапрошлом уже веке в Лондоне. Что было в 1897 году в России? Давайте вспомним. Как чего? Конки, так называемые. Ну, кстати, не только. А в Лондоне уже были электрокэбы. Илон Маск, вот тебе и Тесла. День рождения сегодня Микеле Альборетто. Человек легендарный был гонщик. Очень хороший гонщик. Родился в Милане. Микель Альборетто тестировал автомобиль, к сожалению, разбился в 2001 году на тесте Audi R8. Но мы помним о нем. Один из победителей Лиман 24 часа, чемпион Формулы 3, выступал за Тайрелл, Феррари, Ларос, Ареус и даже команду, которая называется Скудерия Италия. Миш, ты вот у нас автогонщик известный. Ну, скажем так, ты в этом варишься. Слушай, ну, по сложному списку у человека очень богатый, да, он был очень знаменит. Да. Он был очень любим в Италии. Очень любим в Италии, но вот, к сожалению, вот так вот случается иногда с гонщиками. А завтра, знаете, какой день, друзья мои? Луи Рено, 19 лет, ходит по Парижу, бродит с друзьями, говорит, спорим, я вот на ту гору поднимусь. Говорит, какая гора? Да вот, Ле Пик улица называется, на Монмартре. Есть кто был, там действительно гора, ну, примерно как у нас на Гранж подниматься, да? Ну, вот, такая существенная. Чижовки, да, вот. Чижовка только Париже. Чижовка, вот, парижская. Так вот, друзья, говорят, да ты не поднимешься на своем машине, ты ее только изобрел. Он говорит, поднимусь. Поспорил на деньги. С друзьями на деньги. Ну, а почему бы и нет? Почему? А с кем бы еще на деньги спорить? С врагами. Ну, они точно не отдадут. Не отдадут. Хорошо. И взял и поднялся. Через месяц
Ему пришло 12 заказов на новые автомобили. Плюс он разработал коробку передач. Почему он поднялся? У него было две скорости. Походу он на пониженной и поднялся. Все же, а, Рено, Луи, сейчас ты нам денег дашь. Нифига, он выиграл деньги, выиграл споры. И, собственно, наверное, вот как он потом признавался, вот именно этот день, 24 декабря, который наступит завтра, 1898 года, именно стало переломным в Луи Рено сознание, в его жизни человек стал заниматься автомобилем. Итак, друзья мои, программа «Поехали». Меня зовут Алексей Шамарин. Программа выходит на радио Большого региона «Радио Мелодия» при поддержке автомобильного издания канала carsclub.ru. Кто еще не читает нас, не смотрит наш канал, welcome к нам. У нас много интересных тест-драйвов, новостей и тому подобного. Ну а кто любит нас слушать, слушайте радио «Мелодия» каждый понедельник. 30 числа мы не выходим, потому что будем отдыхать уже. После новогодних праздников мы вновь поедем с интересными автомобильными темами. Итак, друзья, сегодня у нас два Михаила в студии, и мы выглядим как, блин, Санта-Клаусы. Вот в колпачках. Вот Аня на Снегурочку не катит. Ты говоришь, ты гномик. Мне кажется, я больше на гнома похожа. Ну да. Ладно, пусть будешь гномом, троллем. Будешь троллить. Нет, нас, я буду да. гномом. Да ладно. Нет, тролли там, мне не нравятся. Не нравится, да? А кто тебе еще не нравится? Упустим. Упустим. Хорошо. Мы сидим в колбаках, который принес Михаил Лейбович, и мандарины, друзья мои. Надо чокнуться. Очень заботливо. Давай, да. Давайте чокнемся мандаринами. Мандаринами? Сейчас скажем тост. Да, вот знаете, на чтобы в наступающем году да. у всех колеса хорошо крутились. Да. И поменьше было проблем с ГИБДД. Вот скажем да, так. Ура. Поехали. А еще и с пробками, друзья мои. Знаете почему? Вот мандарины не чокаются прям громко. Но мы прям бум-бум. Итак, давайте все-таки вспомним об итогах уходящего, ушедшего уже практически года. Да, запах мандарин. Это Новый вообще, год. Ну, 95-й детство. Пахнет детство. Лучше. Вот. Друзья мои, как вы сегодня добрались до студии? Расскажите мне, пожалуйста. Потому что основной проблемой уходящего года, на мой взгляд, было и даже не платной парковки, которые разгромили наши друзья-активисты. Здесь вот у нас ребята выступали. Вот. А вот пробки, да, когда закрыли виадук на девятке, начались пробки. Ну, слушайте, ну, не закрывать же его нельзя. Как ну, давайте, ну, там уже нельзя было ездить, но он уже был в очень плохом состоянии. Хорошо. Ты же не хотел в какой-нибудь проезд оказаться неожиданно на железнодорожных путях. Я там практически не езжу. Хотя, счастливчик. Ты знаешь, про страховку я прям вспомнил только что. А, скажи мне, пожалуйста, Миш, вот какие проблемы тебя лично напрягали в ушедшем году и что ты ждешь в новом? В новом я жду покоя, душевного комфорта. Да ладно. Человек, который занимается подбором автомобилей, на мой взгляд, один из лучших в Воронеже. Миш, спасибо. Вот, ну, это не реклама, это на самом деле так и есть. Вот скажи, в Воронеже куча разных контор, которые подбирают автомобили. Некоторые конторы даже сотрудничают с нашим изданием, но сейчас я читаю про них отзывы, ну, мягко говоря, негативные. Почему так происходит? Расскажи, человек, который работает на вторичном рынке автомобилей уже, ну, по-моему, лет 5, да? Если не больше. Да, 5-6 лет примерно. Скажи, пожалуйста, какая сейчас машина пользуется самой большой популярностью на вторичке? Все, что вокруг 500-600 тысяч рублей. Например? Солярис, Рио, Фокус 3. Это покупают? Шевроле Круз. За этим очередь стоит. Да ладно. За хорошим целым и живым. За, сколько вот на тот не взгляд? Не из такси. Да, разумеется. Не из такси. Такси хорошее, живое, это не синоним. Не бит, не крашен, ездил дедушку в воскресную школу учиться по выходным, ну и так далее. Вот. Скажи мне, пожалуйста, вот насколько сейчас возрос автомобильный рынок вторичных тачек? Ну, примерно на уровне прошлого года продержался и уходящий уже год. Плюс-минус на одной волне все находится, на самом деле. Ни роста, ни спада не ощущалось. То есть, если спад на рынке новых автомобилей все отмечают, то на вторичном... Ну, вторичка до нее же докатывается как бы немножко уже потом, с некоторым временным интервалом, этот самый спад. Где-то полгода-год подседает вторичка. То есть, ждать в следующем году. Чего ждать-то, на самом деле?
Ну, жести особой не будет. Вот что будет, это рынок новых автомобилей немножко может шататься. Почему сейчас же утильсбор повышают? Да, да, да. С 1 января утильсбор повысится. И если как бы не углубляться в цифры, говорить просто в деньгах, те же Рио Солярис подорожают 30 тысяч на 30 где-то. Угу. Вот. А, допустим, BMW X5 M на 300. То есть рост цен нам в любом случае ждать. Соответственно, рынок-то и так у нас, извините, давно уже не стагнирует, он падает. Леша, а когда мы не ждали роста цен на автомобильном рынке? Я ни дня такого не помню. Нет, я просто про то, что... Я хоть и дедушка просто не помню. Все мы здесь сегодня Деды Морозы. Даже Анна Чернавская, ну она тролль. Она говорит, я гномик, но она тролль. Вот, расскажи нам, что у нас там происходит на Остужском кольце, Аня. Тролль, это ты. Вот так вот. 6 баллов пробки до сих 6 пор. Баллов. До сих пор 6 баллов, а на моих часах 18.24. Пора бы уже 8 баллам ставить. Ну, к счастью. Сегодня счастливый день. Сегодня понедельник. Праздник. Друзья мои, вот я не зря заговорил о том, что чем мы ждем в следующем году. Обычно, знаешь, вот подведение итогов, вот это все затягивается. Давайте скажем проще. Так, будет хорошо в следующем году, Миш, ну, автомобилистам, на твой взгляд. Если в это верить, то, конечно, будет. А я скажу сейчас то, от чего многие вздрогнут. Друзья мои, Совет Федерации плюс Госдума, все эти большие дядьки, которые там где-то наверху сидят.